Вместо учебников и тетрадей – настоящие пожарные машины и мотоциклы. Конечно, такой урок вызвал массу эмоций. Вот будущее, девочки, вот это ваше будущее. Виктория, твое это 100 будет. За смехом и шутками суровая реальность. Очень часто в пожарах людей губит паника. А дети и вовсе, испугавшись, прячутся в труднодоступных местах. Как правильно себя вести в таких ситуациях, рассказывают не только педагоги, но и специалисты. Здоровье и благополучие нашего города начинается с наших детей. И поэтому мы их этим обучаем. Как помочь, они должны знать, как это все делается. И у нас это бывает в школе довольно часто. Мы совместно с управлением народного образования города Сочи решили провести в 70 школах открытые уроки по вопросам пожарной безопасности и жизнедеятельности. Мы подсказали детям, как надо себя вести в экстремальных ситуациях, показали на примерах и надеемся, что это приведет какие-то плоды и полезно будет. Тематические уроки проводятся в преддверии профессионального праздника огнеборцев. 30 апреля отмечается День пожарной охраны. Профессия эта сложная, ответственная, но именно о таких героях мирного фронта тоже нужно рассказывать детям, уверены в администрации города. Дети – наше будущее, и вложив сегодня в них исторические понятия, правильные понятия, рассказывая о вопросах безопасности, о греческом прошлом наших отцов, дедов, прадедов, дети это все впитывают и вырастут настоящими патриотами своей страны. В Сочи практика таких выездных занятий развита давно. В гости к школьникам регулярно отправляются кинологи, спасатели, пожарные, дорожные инспекторы и специалисты по делам несовершеннолетних. Сейчас это особенно актуально. До самых длинных и желанных каникул ровно месяц. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.